Здравствуйте, друзья! Садового экспресса весна заканчивается 27 мая. И посмотрите, цветет удивительный почвопокровник, многолетнее травянистое растение под названием барвинок. Это растение известно садоводам и любимо за то, что цветет удивительными нежно-голубыми, даже ближе к лавандовым цветами, весеннее летнее время. У нас май месяц, и уже он цветет где-то недельки две барвинок. Барвинок, он многолетний и травянистое растение, и вечно зеленый. Уходит зелеными листочками в зиму. И весной ранее тоже зелененькими этими же листочками выходит из-под снега. Барвинок прекрасен тем, что его можно располагать на темных участках сада. Оно терпит полутень и тень, и даже чувствует себя лучше. Вот это мой барвинок находится под сиренью и прекрасно себя чувствует и цветет. Покрывает землю и украшает приствольный круг сирени все лето. В этом году много дождей, и цветок очень крупный, необычный крупный он в этом году. Если лето сухое, весна, то и цветочек мелкий, а в этом году прохладный и много дождей. Так что, если вас интересует почвопокровник, многолетний, вечно зеленый, с нежно-голубыми цветами, который будет цвести где-то месяц, да иногда даже и полтора, весной захватывая лето, то барвинок – цветок для вас. Ищите, высаживайте и любуйтесь этой красотой. До новых встреч на канале «Садовый экспресс».